Новые спортивные объекты открыли в Приморском Лучегорске. Так, грибная база Лучегорская была модернизирована по региональному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Теперь база общей площадью 450 квадратных метров включает спортивный зал, эллинги для хранения лодок и спортивного инвентаря, учебный класс, душевые, санузел и две раздевалки. На берегу оборудован пирс. Также установлена спортивная площадка. Инициатива губернатора Олега Николаевича позволило создать вот такой новый спортивный комплекс. Уверен, что вы в нем будете заниматься, достойно представлять и свой город, и Приморский край на соревнованиях различного уровня. Хотел бы вам от Олега Николаевича сегодня передать для тренировок вот три лодки новые белорусского производства, этот гребной тренажер. Второе значимое событие – открытие после капитального ремонта стадиона, расположенного на территории школы номер 1 Лучегорска. В процессе ремонта установлены новые ограждения, освещение по периметру, уложены футбольное и искусственное поле общей площадью более 6-8 тысяч квадратных метров, беговые дорожки с резиновым покрытием более 2 тысяч квадратных метров. Уверен, что стадион станет центром притяжения и для вас, ребята, и для тех, кто занимается физической культурой, спортом, ведет здоровый образ жизни. Хочу пожелать вам, уважаемые ребята, успешных дальнейших спортивных достижений. Кроме того, в Лучегорске стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Планируется, что ФОК откроют до конца 2026 года. Елизавета Драгомирова, Виталина Хомякова. Новости на Восьмом.